вообще сложно. И видимость плохая очень сильно. Ну, опять же, надо не забывать, что под снегом очень много машин. Люди бросают машины и никак их не метят, не вешками, чем. И так что вот немножко тяжеловато с этим. На Сахалине живем. Должны как бы... Я люблю снег, нормально. Улицу чистим. Сегодня по Ленина работаем. Сегодня только расширение, потому что снега много, мы не успеем вывести. Нам главная задача расширить улицу, чтобы машины смогли проехать. Не просто, конечно. Сложно, но справляемся потихоньку. Расширить улицы, чтобы народ мог спокойно пройти и проехать. Все в штатном режиме, как обычно. Ну, главное, да, что машины, единственное, вот, люди куда-то все время торопятся, выезжают, для чего, только непонятно. Сидели бы дома спокойно, машины бы стояли, не мешали бы расчистке дорог. А так, в принципе, ну, помогаем людям, некоторым, которым очень куда-то нужно, спешат. Расчистку снега выполняем на улице Деповской, колодезной. Ну, видимость плохая, так, привычно до Сахалина.